Всем привет! В Инстаграме появилось несколько видео с информацией о 6-м сезоне. Сейчас все озвучу. Первое. Кастинг еще не закончился. Он в самом разгаре. Второе. Уже начались съемки визиток. После прошлого года, когда съемки шоу были под угрозой, не удивлена. Третье. Показ серии начнется с 16 сентября. Хорошо бы. Четвертое. Все участницы будут проверены на детекторе лжи. Организаторы еще до шоу хотят отсеять тех, кто идет за хайпом. Ведь уже 2 сезона подряд участницы придумывают себе истории. И эти истории никто не проверяет. Пятое. Одного из преподавателей школы Леди не будет. Скорее всего, это Мария Пуше. После скандала с якобы потерявшимся ребенком вполне логично. Мария Буше подорвала свой авторитет. Но некоторые утверждают, что не будет не Марии Буше, а Лаура Альбертовна. Маловероятно, но тоже может быть. Почему нет? Шестое. Сезон, скорее всего, последний. В чего я не верю. Так и вижу, что зарубят курицу, несущую золотые яйца. Шоу очень рейтинговое, глупо его закрывать. Седьмое. Саундтрек исполнит Алена Швец. Даже не знаю, кто это такая. Восьмое. В 6-м сезоне будет участница, которая хотела попасть на 5-й сезон, но не попала. Ну, думаю, много девушек, которые из года в год ходят на кастинг пацанок. 9. Дом будет тот же. 10. Одной из участниц будет девушка 15 лет. 11. Название сезона будет «Душераздирающий период». Странно, что у 5-го сезона вообще не было названия, а тут такое сложное и не очень понятное. На этом все слухи о 6-м сезоне. Подписывайтесь на канал. До скорого!